Здравствуйте! С прогнозом синоптика вас знакомит Ксения Аванесова. Среда в Заурале станет последним погожим и аномально теплым днем. Антициклон из последних сил будет держать оборону в Курганской области, и лишь к исходу дня на запад прорвется первая порция облаков и небольших осадков, связанных с атмосферным фронтом. В Челябинске плюс 12, плюс 14, Екатеринбурге плюс 12, плюс 14, кратковременный дождь. Тюмени плюс 17, плюс 19, без осадков. В Кургане малооблачно, без осадков. Ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба. 9 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!